Есть две части тела, которые растут всю жизнь. Это нос и уши. Доктор, а есть еще часть тела, которая всю жизнь уменьшается. У вас нет противорвотного, доктор Луис? Доктор Луиш, иш, как в слове шиш или кукиш. Это жирный слизняк на тебя глаз положил. Мой совет. Спи на спине. Знаешь ты, пупсик, завяжи себе член узлом и отвали от меня. Понял? А, ну это другое дело. По делам или отдыхать? Установляй. А, у дочери? Прошу за мной. Лицом. Не моргай. У вас синий домик, а вас, Алекс, я провожу в розовый и дам вам сетку от комаров. Ай, ой, какой идиот! Все, я сваливаю отсюда! В гробу я видал ваш Таиланд! Это мой папа! Это мой папа! От меня, гомосеки! Какая ужасная история. Убери руки! Что случилось? Француз чуть не убил инвалида. Наверное, наркоман какой-то. Видали, как ее ко мне тянет? Ай, блин! Пошел в жопу! Она мне ткнула пальцем в глаз! Пошел в жопу! Ты тоже пошел в жопу!